Всем привет, отрыл я себе вот такой радиоприемник, ну и решил сделать по нему видео. Может быть, кому-то будет интересно посмотреть на такую ретро-технику 90-х годов. Называется этот приемник Sony Walkman. Модель, если вам будет видно, SRF-M35. Принимает волны FM и AM диапазона. Обычные мизинчиковые батарейки. То есть тут еще такой серийный номер написан. И такой нюанс: я вынимаю батарейки, а часы продолжают ходить какое-то время и не сбиваются. Ну, видимо, конденсатор какой-то стоит там или... Имеет 5 каналов, которые можете настроить любую волну под каждый канал, как вам нравится. Ну и далее имеет чувствительность сенсора, который, в принципе, есть на многих приемниках. Ну, регулировка громкости обычная, аналоговая. 3,5 мм внизу для наушников, откидывающийся держатель для ремня. Здесь написано что-то. Приемник, я так понимаю, где-то 90-х годов, середины или конца 90-х. Конца 90-х, а может быть, середина 90-х. Точно сказать не могу, потому что информации я по нему найти не могу. На официальном сайте этот приемник еще можно найти, на официальном сайте Sony, но там год чего-то я не увидел. Тут логотип Walkman. А здесь имеется ручная настройка. Также и настраивать часы этими же кнопками. Но здесь hold — это блокировка клавиатуры, клавиш. А это кнопка включения-выключения. Вот сейчас я включил. Но здесь волны. Но большинство не настроено, потому что я им почти не пользовался. Настроил только одну волну. Походил, попроверял. Очень хорошо работает и отличный звук у него, и очень хороший, уверенный прием радиостанции. Давайте включим еще раз. Здесь FM2, то есть уже получается 10 можно станции настроить. FM1, FM2. Ну а здесь обычная волна AM. Ну и опять FM. Наушники сейчас не подключены. Да и смысла их нет, все равно звук-то вряд ли услышите. Сейчас он, в принципе, для меня актуален тем, что современные смартфоны все чаще и чаще не оснащаются обычными приемниками FM-диапазона. То есть радио, обычное радио уже не послушать на многих смартфонах. Ну, во всяком случае, на моем. Приходится слушать его через интернет. Ну, а через интернет очень быстро сажается батарейка. Не знаю, почему разработчики перестали смартфоны ставить обычное FM-радио. Здесь почему-то нету кнопки мегабас. Обычно на кассетных плеерах Walkman, насколько я помню, в 90-х годах, в начале 2000-х, была кнопка мегабас, которая существенно поднимала низы. Здесь этой кнопки нету, но даже без нее, поверьте, звук очень хороший и глубокий. Хоть ему уже, наверное, лет 20-15, он до сих пор актуален и до сих пор, в принципе, его можно использовать повседневно. А сейчас он становится еще более актуальный на фоне того, что многие плееры, даже MP3-плеер у меня на 4 гигабайта, довольно недавно куплен, тоже не имеет радиоприемника FM. Я не знаю, почему сейчас так часто стали пренебрегать радиоприемником в устройстве. Но это факт. Так что такой радиоприемник выбрасывать, я думаю, нету смысла. Еще пригодится. И не раз.
Ну, еще плюс то, что вы будете слушать радио, а батарейка на вашем телефоне садиться не будет. Ну, а здесь, если даже сядет, то в любом магазине вы приобретете эти мизинчиковые батарейки и будете слушать дальше. Так как об этом приемнике, в принципе, уже больше и сказать-то нечего, так что, потому что функций здесь таких нету. Просто сделал добротно, качественно, в лучших традициях компании Sony тех лет. Хоть и собран в Китае, Made in China. Отличный приемник. Всем рекомендую, кому нужен радиоприемник для прослушивания обычных FM радиостанций. На этом видео заканчиваю. Спасибо, что посмотрели. Всем удачи. Всем пока-пока. Подписывайтесь.